Всем привет! Сегодня речь пойдет о шаурме, и именно потому, что она приехала в Лепель. Лето 2020 года, несмотря на все события, было хорошим, хотя бы в отношении погоды. Но лето доживает свои последние деньки. Вернемся к шаурме. Например, молодежь из Боровки даже ночью умудряется ехать в Витебск за шаурмой. С этим пора кончать. Когда-то это должно было случиться. Вся шаурма, которая продавалась в Лепеле до прошлой недели, была только ее подобием, сконструированным в поварских условиях. Например, возле манежа в Полоцке шаурму делают из куриного шашлыка, хотя это по сути куриный шашлык в лаваше. А вот правильную шаурму начали делать в Лепеле. Как говорится, кто первым стал, того и тапки. И первым не только на футбольном поле, но и теперь среди футболистов, кто застолбил пост короля шаурмы, стал Носик. Место, где можно купить шаурму, находится возле острова Чистоты по улице Бойкова. Делать шаурму не успевают на всех желающих. На выходных за вкусняшкой люди возвращались вновь уже в роли гонцов и брали на всю компанию. Естественно, я попробовал. Мне было вкуснее, чем на вокзале в Витебске. Все компоненты всегда свежие, все ингредиенты в меру. Вместо пластика – бумажный пакет. Отдельное слово в фирменном соусе. В отличие от монаха, никто вам фирменный рецепт соуса не скажет. Клево. Проходит. Так быстро. Что это? Сам делаю. Из моей мочи. Какая гадость. Ну что ж, место мы указали, предлагаем и номер телефона, по которому можно узнать наличие шаурмы и сроки готовки. На данный момент, конечно, доставка шаурмы отсутствует, поэтому, если вам захочется вкусненького, придется самим или прийти, или приехать, или послать гонца. Стоит отметить, что стоимость шаурмы точно такая же, как и в Витебске, как и в Минске. Всем любителям шаурмы приятного аппетита! Как всегда, всем желаем здоровья и лучшего будущего. До новых встреч и не забудьте подписаться. Выкладываем не много, не часто, но зато все интересное. А к выпуску готовится видео о здоровье. Не пропустите, это очень важная тема для каждого из нас. И посвящена она будет массажу, одному из уникальных, идеальных и доступных способов оздоровления.